Славянский историко-краеведческий музей постоянно обновляет свои экспозиции. Совсем недавно там открылась выставка советских игрушек, на которой, помимо кукол, представлены точные копии советских автомобилей и боевой техники. С экспонатами одними из первых познакомились наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. В небольшом музейном зале представлены игрушки, куклы, учебники советских времен. Отдельное место в экспозиции занимают модели автомобилей и боевой техники. Их музею на время выставки передал депутат районного совета Александр Дедов. Коллекционирование машинок Александр Васильевич занимается с детства. С конца 70-х, наверное, 80-х годов я начинал собирать эти модели. Вот еще есть на коллекциях написаны «Сделано в СССР». Вот на модельках, на коробочках этих коллекционных. Вот сейчас у меня в коллекции где-то около 1000 различных масштабных моделей. Вот, есть и старые модели автомобилей, боевой техники, вот, есть и современные, те, которые сейчас на вооружении стоят в наших вооруженных силах, модели боевых кораблей, модели боевых самолетов. Ну вот такая коллекция. В музее представлена лишь малая доля коллекции, всего 58 моделей. Остальные хранятся дома. Все машины воссозданы с детальной точностью и оригиналом уступают, пожалуй, лишь в размерах. Школьникам, которые одними из первых увидели коллекцию, очень понравилась выставка. Как оказалось, некоторые из них также увлекаются стендовым моделизмом. Мне понравились машинки. У нас тоже есть машинки, они красивые. Катера красивые тоже. Мы тоже собираем, коллекционируем это все. Мы делаем из дерева сейчас игрушки. Я в школе, мы делаем из дерева игрушки, делаем поделки разные, мечи, деревянные пистолеты, автоматы. Нам это тоже всем нравится, нам за это ставят оценки. На презентации своей коллекции Александр Васильевич рассказал о своем увлечении. Дети смогли задать интересующие их вопросы. В конце встречи коллекционер решил преподнести музею подарок, который пополнит музейную коллекцию. Наша память, мы обязаны ее передавать своим детям, своим внукам, чтобы осталась эта память надолго и навсегда. Вот здесь в музее очень хорошо представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Я решил тоже маленькую свою лепту в это дело внести и собрал макет памятника воинам-танкистам Великой Отечественной войны, который стоит на разъезде Полтавской. Коллекционер пообещал, что это не единственный подарок, который он сделает музею. Уже сейчас Александр Дедов начал работу над еще одной моделью – памятником пушки, который установлен в Славянске на Кубани. Выставка советских игрушек и стендовых автомобилей будет открыта до конца года. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».